Заказ. В торговой точке требуется 6 позиций колбасных изделий общим весом 15 кг. Имеется 1000 заказов. Ассортимент колбасных изделий 200 единиц. Время на комплектацию заказов – сутки. Количество работающих в смене – 16 человек. Задача – отгрузить 30 тонн колбасных изделий по заявкам, не допустив при этом пересортицы, перевеса или недовеса. До появления на свинокомплексе «Томском» системы автоматизации процессов складской логистики решить эту задачу без ошибок было практически невозможно. Теперь ситуация изменилась коренным образом. Сегодня сбои в комплектации заявок исключены полностью. Система управления складом у нас управляет диспетчер. Когда он формирует отбор по заказам и выдает задание на ТСД, ТСД или терминал сбора данных – это рабочий инструмент каждого работника свинокомплекса «Томский», который принимает участие в комплектации заявок. Именно на терминал поступает информация, сколько и какой колбасы нужно положить в конкретный лоток, чтобы магазин, сделавший заказ накануне вечером, мог на следующий день получить все необходимое покупателю. Если он не доложит, то на ТСД у него появится задание доложить колбасу. А если положит лишнее, соответственно, он получит задание убрать лишнее. Каждый лоток, снабженный оригинальным штрих-кодом, где записана вся информация, останавливается рядом с конкретным человеком не случайно. За спиной сотрудника расположены ручейки или железные направляющие, на которых стоят лотки с продукцией. Ближе к транспортеру расположены высокооборачиваемые товары. Дальше – те, что требуются реже. Терминал персональных данных каждый раз выдает актуальные задания. Иссякает продуктовый ручей, появляется надпись «Подпитать». И работнику сразу понятно, лотки с какой колбасой или сосисками и куда нужно добавить. Запуск и применение вот этого оборудования на нашем логистическом центре дало нам сокращение потерь порядка втрое. Вот. И мы ушли от большого количества проблем, связанных с человеческим фактором. Это пересорт, перегруз, недогруз. Монтаж и пуск системы автоматизации процессов складской логистики на свинокомплексе «Томском» завершили в ноябре 2011-го. Для того, чтобы затраты на модернизацию производства окупились, потребуется чуть больше года. Но уже сегодня на завод потянулись многочисленные специалисты для того, чтобы перенять уникальный опыт. В работе над созданием конвейерной системы автоматизации процессов сборки принимало участие несколько компаний. Учетную систему делали в Москве, это компания «Axelot». Систему управления железом делали в Болгарии, компания «Логисофт». Железо разрабатывали москвичи, компания «Флайт-М». И пневматику делали в Томске. Готового решения под геометрию свинокомплекса «Томский» в природе не существовало. К тому же интеграция импортной логистической системы обошлась бы сибирской аграрной группе значительно дороже. Взяв на себя роль генерального подрядчика, специалисты предприятия смогли серьезно сэкономить. Это позволило нам сэкономить примерно вдвое. Это примерно 20 миллионов рублей. Экономия на модернизации, снижение потерь, связанных с человеческим фактором, и сплочение коллектива, каждый член которого работал над внедрением новой логистической системы с интересом и вовлеченностью. Новая конвейерная система, безусловно, заслуживает внимания. За Уралом такая пока одна. То есть сейчас очень много людей, желающих приехать сюда, поделиться опытом, посмотреть, как у нас это работает, для того, чтобы это как-то внедрить у себя.